Трудно обрести покой, если тебя все время сторожит демон. Созерцание подобно мгновению покоя в эпицентре урагана. Это кто-то новенький. Это я думал сначала кто-то из тех двоих. Ты растворяешься. Ничто не связывает тебя с миром. Ну да. Ты теряешь связь с собой. Тебе нужно очиститься, восстановить равновесие. Пилюли есть? Я красная, помогу синяя. Тебе. Садись. Это что, розыгрыш? Ну и где скрытая камера? Ты всегда открыт новому. Почему сейчас боишься? Ну ладно, о чем ты там говорил? О медитации. Типа дзен и все такое. Именно так. Ладно, я слушаю. Ну? В городе ты теряешь связь с природой. Металл, бетонные ущелья, неоновый свет, грязь и тяжесть города душат тебя. Ну да, с дзеном тут не очень. Иногда нужно замереть, чтобы восстановить связь с самим собой. Все, что тебе нужно, уже у тебя в душе. Нужно лишь знать, где искать. Ты готов? Почему? Погоди, мне-то какая выгода? Душевный покой. Ты, наконец, услышишь свой голос, и только свой. Все остальные на время умолкнут. А можно как-то поконкретнее? Нельзя изгонять себя из собственного сердца. Ну, давай. Чего бы не попробовать. Я дам тебе брейн-данс с медитацией для освобождения сознания. Просто так? Заплати столько, сколько посчитаешь нужным. Давай бесплатно или 144 евро. Баксы, ну... Ну ладно, держи 144. Вот этого хватит. Хорошо. Основы медитации лучше осваивать под руководством наставника. Приступим. Я буду твоим проводником. Современная медитация. И вот опять он надевает на себя непонятно что, непонятно от кого. Ага. Эта медитация посвящена стихии Земли. Дух природы, мать Земля, приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, мы с тобой едины. О, мать Земля, ты создала меня и других живых существ. Очисти тело мое и дух мой от боли и болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне волю к жизни, даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание. Счастье, восторг, силу и внутренний покой. Мы идем по земле, по зеленому лугу среди цветущей природы. Мы снимаем обувь и ступаем босыми ногами по земле. Мы принимаем ее энергию. В нашем сердце радость и покой, легкость и чистота. Лишь светлые помыслы. Мы идем по земле. Бабочка садится на прекрасный цветок. Пчелы собирают нектар. Мы вбираем в себя тепло и негу. Ноги впитывают энергию земли, которая наполняет каждую клеточку нашего тела. Наш дух очищен. И медитируем. Благодарим тебя, мать Земля, разумом, телом и душой. Без тебя нет жизни, нет других стихий. Что, и все, что ли? Я поспать не успел. Сейчас такие хоба, а денег нет. И монаха нет. Да?
Ты где? Да уж, классный трюк. Что пропало? Плохо дело. Что такое-то? Как называлась первая встреча со стихиями? Будет еще? А что там было по поводу денег-то у тебя? Сколько сняли? Да не знаю, 144 евробакса у меня сняли. Да? Ну ладно. Ну вроде все на месте. Я не знаю. Но тут задания этого нет. Ничего не поняла? Я тоже ничего не понял. Милое местечко. Ага. Что там такое? Мечи, что ли? Ни хрена ж. Да не. А лампы? Лампы, да. Мальстромовец, культист. Тихо. Не заходи пока в круг туда. Все в порядке? Лилит спрятала десятый круг от глаз наших прародителей. Это что за херня? Вид, тут что-то не так. Надо бы осмотреться. Зашифрованный чип. Время пришло, называется так. Взломать. 1C. Нормально. А где вот мне Е9 тут найти? Ладно, тогда БД, 1C, Е9. 1C, 1C. Так, почитать. Читать где? Нет, самому искать. Ладно, я понял. Во, нашел. Время пришло. Все готово. Круг очерчен. Жертвенный агнец ждет заклания. Приходи, как только сможешь. Мы не можем медлить, ибо кремний жаждет крови. Кабели потрескивают, с контактов сыплются искры. От стона модемов можно оглохнуть. Бездна в нетерпении, бездна хочет есть. Бездна. Тут, бездна. Тут странненькое. Да. Поднять тело, а зачем? Отнести куда-то? Да не думаю. Зачем мне его таскать? Ну, я не знаю, зачем они пишут поднять тело. Ну, потому что я любое тело могу таскать. О. Что тут? Куски какие-то. А. Что, а? А. О. Там еще у стены что-то лежало. Че такое-то? Куда, около машины? Ага. Куда? Лут какой-то. Около машины, ну, куда смотрел только что. Ну там просто лут какой-то белый. Я тебе говорю, лут какой-то. Фиг бы с ним. Пока. Хераси. Что? Человеческие части тела и внутренности. Что это такое-то? Давай осмотримся по краям. Что это вот там справа светится? Красное в кустах. А бомба, что ли? Да это все не то, это фигня, не смотри на эти красненькие. Я вроде все смотрел. Что? Вон там. Что за говно?
что? Вил, у нас гости. Да ладно. Не понял. Давай не будем ссориться. Подоскольник! Убить его! Она к тебе прыгнула туда, что ли? О! Подожди, я не хочу тебя убивать. Мир? Мир. Ого! А я не убил ее? Ее электрошоком фигакнуло. Не убил. И? Грядет полный сброс. Ребята уже все подготовили и нашли Агнца. По оптическим волокнам вперемешку с битами потечет кровь и откроются врата в бездну. Я шагну навстречу смерти, почувствую на губах металлический привкус ее косы. Прикоснусь к переплетенным кабелям судьбы. Принудительная перезагрузка, синий экран, форматирование мозга. Я готова. Надеюсь, у меня получится. Это она там под водой сидела? Ну, там, где кишки всякие были. Типа. Перезагружалась. Ну да, видимо. Ну там никого не было вроде. Ну, мне так показалось. Да уж, стрёмненькое такое задание. Самое главное, вопросов больше, чем ответов. Угу. Так, где там... Надо Реджине набрать. Так. Открыть сообщение. Так, кровавый ритуал. Похоже, ритуал пошел не по плану. Везде кишки и кровь. Наверное, мальстрёмовцы входили в киберпространство и перегружали себе мозг так, чтобы оказаться на границе жизни и смерти. Только тетку, которую подключили, переклинило. Она набросилась на своих же. Мне казалось, женщина более устойчива к киберпсихозу. По крайней мере, она жива. Все верно. Киберпсихоз у женщин встречается реже. Тем важнее выяснить, что с ней случилось. Я-то думала, меня уже ничем не удивишь. Что же она такое услышала там, в этих проводах, что пошла резать людей направо и налево? Надо разобраться в этой истории. А пока выдаю тебе заслуженную награду с бонусом. Это передал застройщик, которого Мальстрём вытянул с площадки. Спасибо за помощь. Угу. По описанию похоже на техно-некромантов. То есть это изначально было задание на киберпсиха? Да, это на киберпсиха было задание. То есть мы можем уезжать. У нас это последнее задание на киберпсихов. Стреляют. Какого финального не будет, да? Будет, будет. О, там что-то фиолетовое. Тебе приготовили. Нет, нет! Прошу, нет! Это когда-нибудь кончится? Причина выстрела неизвестна. Ты мне жизнь спас. Спасибо. Саш такой. Ага. Всегда так делаю, да? Ага. Не могу пройти мимо несправедливости. Денег дай. Причина выстрела неизвестна. Ну, в общем, он... Вот ты ходишь с ним, он болтает, видимо. Ага. Но я надеялась, что будет какое-то продолжение с ним. Мне кажется, вполне может быть еще какое-то продолжение. А может и нет. Должны же мы посмотреть на второй режим. А, может его можно переключить как-то? Хотя... Каким образом? Не знаю, может быть, ячейки есть, где переключаются? Да вроде нет. Нет? Ну, тут есть модификации, но...
Но у меня умного прицеливания, правда, у него нет. Но я не думаю, что это сильно важно. Что там? Во, анатомия убийства. Подождать новостей о приступах киберпсихоза от Реджины. В смысле подождать? Ну понятно, ну ладно. Подождем, значит. Наверное, какое-нибудь еще задание сейчас сделаем. О, монах. Выглядишь потерянным. В твоей душе хаос. Необоримая тревога. Опять ты. Ну как тебе первая медитация? А ты-то куда делся? Я был нужен другому человеку. Ага. Ну, будем считать, что я почувствовал себя лучше. Как заново родился. Чтобы достичь результата, нужно регулярно практиковаться. Одной каплей дождя не утолить жажды. Хочешь попробовать еще раз? Сколько за второй брейнданс? Это уже тебе решать. Ну, на халяву кто же откажется? Ну, тут такие деньги маленькие, но возрастают. Ну, да. Допустим. Должно хватить. Хорошо. Я буду сопровождать тебя во время медитации. Все-таки насобует в итоге на что-то. Или как-то. Эта медитация посвящена стихии воды. Мы в лесу. Перед нами шумит водопад. Дух воды, я приветствую тебя. Ты составляешь львиную долю нашей плоти и крови. О, загадочен и непостижим дух воды. Только что ты был текучей влагой. И вдруг превратился в твердый лед, в снег, в пар, в невесомый туман. Ты исцеляешь, и ты же губишь. Омой мое тело и душу. Избавь от боли и болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг. Силу и внутренний покой. Мы принимаем в себя дух воды. Мы едины с ним в нашем теле. Мы вода, и мы летим вниз в шумных каскадах водопада. Мы благодарим тебя, дух воды, разумом, телом и душой. Без тебя нам нет жизни. Мы чествуем красоту, сокрытую в тебе и в других стихиях. Хорошо, нет? Сейчас опять его нет рядом. Ну вот, опять. Исчез. Снова здорово. Ну, пошли отсюда. О, Реджина. Привет, Ви. Киберпсихов в последнее время что-то не слышно. Думаю, наше расследование можно закрывать. Заскочи ко мне как-нибудь. Поглядим друг на друга. Анатомия убийства завершена. То есть... А, смотри-ка, встретиться с Реджиной. Ага. Значит, едем к ней. Подожди, где-то тут рядом было метро. Прям вот совсем рядом. Ну, это не факт, оно наверху. Ё-моё. Вместе спели крутейший хит «О, да лишь», но добавили
него новую фишку. Я видела это живьем и вау, просто офигеть. Бешеная энергетика, реально чума. Похоже, все эти слухи о депрессии Керри полнейшая чушь. От него просто искры летят. Новый сингл «Аскрэк» с участием Керри будет официально представлен публике завтра в полночь. Если не послушаете, мы больше не друзья. После перерыва Линда Ос расскажет нам все тайны. Ладно. Ну, молодцы, мы вывели Керри из депрессии. Так. Еще раз спасибо. У Синти какие-то секреты от меня, но я знаю, что она меня любит. На остальное мне пофиг. Молодец. Так. Привет. Ты мне что-то хотела сказать. Да, я просто не знаю, как тебя благодарить. Ты не убил ни одного киберпсиха. О, какой молодец. Я понимаю, насколько проще и быстрее отнимать жизни, чем их спасать. Ты меня удивил, Ви. Некоторых больных уже отправили на лечение. Даже если их не спасут, можно хотя бы узнать больше о самом киберпсихозе. Я отказываюсь верить, что его вызывает какая-то перегрузка имплантов. Кто знает, может, я потом смогу написать об этом статью. Теперь надо тебе заплатить. Спасибо. 25 тысяч. Неплохо. Забрать награду. Все, пошел? Я пошел, да. Подожди, в смысле? Что? Не понял. А почему как дела опять горит? Не знаю. Ты мне что-то хотела сказать. Давай еще 25. Не то чтобы. Но спасибо тебе за помощь. А, все. А где награду-то забрать? Ты забрал уже 25 тысяч. О. Армейские штаны. Ну, такие себе какие-то. И армейский жилет. У меня все от Джонни. Мне ничего не надо. Сам взял. Я разберу потом это. И продам. Ну ладно, не продам. Ну, в общем, разберу. Чего добру-то пропадать? Монах. Теперь твоя осознанность стала шире. Узел заблуждений начал расплетаться. Погрузись в себя, проживи этот момент. Ты мне ту черепаху это напоминаешь из... Кунг-фу панда, которая... стой! Чего там? Что такое-то? Вот сесть, начинаю понимать, в чем тут фишка. Ни хрена не понимаю, но мне все нравится. Ладно? Ни хрена не понимаю, но мне все нравится. Внутренняя гармония — это возвращение домой. Ты на верном пути. Хочу попробовать еще. Сколько ты заплатишь за него на этот раз? Этого хватит? Да. Можешь начинать. Я буду твоим проводником. Может, тут как раз прикол в соблазне ничего не заплатить? Не знаю. Или наоборот. Не знаю. Вокруг нас раскинулся лес. Мы видим лучи солнечного света. Они пробиваются сквозь листву, пляшут в языках пламени. Дух огня, дух солнца, я приветствую тебя. Ты даруешь красоту миру вокруг нас. Я есть ты, а ты есть я. Без тебя нет жизни. Я твое творение, и в тебя я вернусь в итоге. Дух солнца, первородный огонь, выжги из моего тела и души скверну и дурные энергии, принесенные токсичными людьми, мирами и измерениями. Очисти каждую клетку моего тела, даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг, силу и внутренний покой.
Даруй мне вечную гармонию, чтобы никто не мог вывести меня из равновесия. Сквозь веки мы поглощаем небесную энергию солнца. Через глаза мы принимаем энергию пламени, энергию солнца. Тепло идет сквозь макушку и проходит вниз до самых пяток. Все внутренние органы, каждая клеточка нашего тела наполняется энергией солнца. И теперь свет живет внутри нас. Мы и есть солнце. Мы благодарим тебя, дух солнца, стихия огня, разумом, телом и душой. Ничего не понимаю, но мне все нравится, да? Нет, с другой стороны, не думаю, что есть смысл выбирать что-то другое, если ты уже продерживаешься этой, как бы... Ну да. ...с деньгами. Еще бы мелочиться из-за таких сумм. Ну да, именно, что деньги-то такие небольшие. И, как... Ну еще бы. Если весь счастлив, то ладно. Если он получает удовольствие, то почему бы нет? Четвертая встреча будет? Он еще дальше не мог уйти куда-нибудь? Да ему заняться нечем, по-моему. О, там у Цезаря. У нас в семье прибавление. Спасибо, что отпустил меня тогда. Хорошие люди среди наемников редкость. Микаэла передает привет. Mm-hmm. Очень милая, ей тоже привет. Крест спасибо. Такой, золотой. Как там моя ласточка, летает еще? Да вообще, моя любимая машина теперь, будем считать так. Только на ней езжу. А я взял себе поддержанный Сион, неплохой, но все-таки не дотягивает. Ну ладно, главное, моя старая тачка в надежных руках. Ага. Вот эта фишка вот в этой игре мне очень нравится, конечно, когда спустя какое-то время по какому-то вообще заданию могут тебе написать там что-то там, как-то отметиться. Монах. А знаешь, я начинаю привыкать к нашим встречам. Вижу, у тебя много вопросов. Я отвечу лишь на один. Чё это? Нет данных. Так, и что? А, я понял. Так. Чему ты меня учишь? Кто ты и почему все время исчезаешь? А ты знаешь, что со мной происходит? Ну, давай попробуем третий. Вот я тоже, да, на него думаю. Ты же знаешь, что со мной происходит, да? Ты умираешь. В тебе две души. Одна жаждет битвы, а вторая боится. И какая моя? Обе. Ты готов к последней практике медитации? К последней? Да. Заплати за нее столько, сколько считаешь нужным. Надеюсь, этого хватит. Я буду твоим проводником в медитации. Думаю, я бы платил, даже если бы там были цены на порядок выше. Типа 1000, там 2000, 3000, 4000, 6000 в конце. Эта медитация посвящена стихии воздуха. Мы совершаем восхождение в горах. Слева и справа от нас две огромные скалы. На первой скале сидит орел. Дух воздуха проходит через каждую клетку его тела. Дух воздуха
Первородный ветер, я приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, ты и я. Ты един со мной, я един с тобой. Без тебя моя жизнь не продлится и двух минут. В тебе секрет нашей жизни. О, великий дух воздуха, усмири мою боль, очисти тело и душу от болезней, от скверны и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне энергию жизни, даруй мне здоровье, юность, мудрость, знание, счастье, восторг, силу и внутренний покой. Я орел. Ветер поддерживает мои крылья, перебирает мои перья, проникает в каждую клетку моего тела, заполняет пустоты между молекулами. Ветер очищает и тело, и душу, и тонкую ауру. Мы взмываем к небесам широкими кругами. Мы чувствуем легкость, чистоту и восторг. Наше тело наполняется счастьем, покоем и гармонией. Мы благодарим тебя, дух воздуха, разумом, телом и душой. И опять исчез. Ну, хоть оставил что-то. Но он постоянно про вас говорил, что вам как бы надо... Блять, что ж мне так херово-то, а? Видал? Тут сидел учитель Дзена, и вдруг бах, и нет его. Ви, ты чё несёшь? Он научил меня медитации. Очень необычные ощущения. Это не по моей части. Иди поговори с этой, как её, Мисти. Если тебя это парит. Хорошая мысль. А, блядь! Меня каждый раз сутки, что ли, пропускают. Мы тут сидим весь день. Ну, кстати, может быть, да. Так, алтарь какой-то взять. Рюкзак. Все предметы. А где алтарь? Как ты тут ориентируешься, вообще не понимаю. Вообще не ориентируюсь. Вот он, вот алтарь. Он. Ага. Главная ценность учителя Дзена. Ладно, так. Учение храма. Отрывки. Так. Не буду я, наверное, это все зачитывать. Вряд ли что-то очень интересное. Так. Рассказы Бельзевула своему внуку. Я думаю, тоже не буду зачитывать. Так, а что, у нас есть продолжение к Мисти? Или нам самим к ней сходить надо теперь? Ну, как минимум, здесь продолжения нет. И здесь продолжения нет. Но надо попробовать, наверное, к Мисти сходить, но я думаю, что... Наверное, не будет ничего. Мисти, привет. О, смотри-ка. Ага. Ну, в общем, был я на френде. И как прошло? Нормально. Думаю, Джеки бы понравилось. Хорошо. Старые диалоги, просто я у нее не был давно. Как у тебя дела с мамой Уэллс?
Ви, я с Джеки встречалась, а не с его матерью. Конечно, мы обе скорбим. Но, думаю, скорбеть нам лучше как можно дальше друг от друга. Понятно. Ладно, а про этого? Видела тут типа, который себя называет учителем дзена? Нет, но я о нем слышала. Он дал тебе брейн-дансы с медитацией? Да, а потом исчез. Только одежда осталась. И это тебя беспокоит? Он говорил так, будто знает про Джонни. Ничего напрямую, но все-таки. Может, ты просто проникся его учением? Да, может быть. Если еще встретишь его, направь его ко мне. Тоже хочешь помедитировать? Нет, хочу раскинуть ему колоду. Все, что ли? И все, да. Но я не думаю, что мы его еще встретим. Ладно, пока-пока. Куда ты его воткнешь? В жопу себе? Тут его и сунуть некуда. А чё ты сразу? Я просто так сказал. Чё? Кто-то идёт. Я не слепой, захлопни пасть. Дыр космоса. А тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рик, у тебя карта есть? Не, нету, давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхал? Нечего тебе тут ловить. Хорошего дня. Да я мимо иду. Нет, ты не идешь. Ты над душой стоишь. Может, перестанешь? Что в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? Угу. Где взяли? Сразу ведь видно, что это имущество корпорации. А ты чё? Из бюро находок? Не твое дело? Ну и отъебись! Чё, по-хорошему или по-плохому? Да, думаю, не очень принципиально. Надоело. Отдавайте. Тихо, босс, не психуй! Давай как-нибудь договоримся! Два раза не повторяю. Отдаем ему кейс. Быстро! Да ты его все равно не откроешь. Это мы посмотрим. Где вы его нашли? Спрашиваю, где? Ну, там, на помойке. Вон там. Джош, какого хуя? Это не наша работа, понятно? Тот тип был уже мертвый, честное слово. Что, правда? А я-то думал, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Окей, забирай. Чё сразу так психовать-то? Страшный. Взломать. 10. Хватает. Сезам, откройся. Ты глянь. Открылся! А тебя вообще просили пасть разевать? Да отъебись ты уже! Срочно вызов на беседу. Отдел кадров Милитеха. Сотрудник номер такой-то. Во время штатной проверки ваших данных были выявлены нарушения. Вы обязаны в течение часа явиться в штаб-квартиру для беседы. В случае отсутствия в обозначенное время, вы будете исключены из нашей партнерской программы, а затем уволены. Так, товар, заправка 2045, не опаздывай, от неизвестного удалено кому. Удалено, последний раз. Джеймс, это в последний раз, тут становится жарко, серьезно, за мной следят, про тебя, наверное, уже тоже знают. Они связывались с Милитехом, а это явно не к добру. Можешь пока придержать деньги, не хочу рисковать с переводом на орбиту. Сейчас все, кому не лень, мониторят входящие транзакции. Не отвечай на это письмо. Удачи. Уважаемый пользователь, вы нарушили следующие правила пользования нашей платформы. Запрет на пересылку фотографий
половых органов без выраженного согласия собеседника, запрет на публикацию личных данных других пользователей. В связи с этим ваша учетная запись Golden God 215 была бессрочно заблокирована. Также были заблокированы учетные записи, привязанные к этому адресу. Ну ладно. Так-так, и что тут у нас? Ой. Выполняет триангуляцию для определения координат вектора посадки, совершает запуск объекта 64F5B. Добраться до места падения капсулы. Я думал, мы на помойку пойдем шариться. Далеко? Ого! Ого! А, но мы можем... Через метро. Да, вот сюда доехать, потом туда куда-нибудь. Куда все живы. Да ты сам упал. Лазучик, корпорация Милитех, понятно. Ошибка. Преждевременная выстрел. Со мной такое в первый раз. Простите. Прости, говорит. То есть он сам выстрелил, да? Я правой кнопкой нажал, а там не должно быть выстрелов, по идее, это прицел. Но он не зря же извиняется. Ага. Гад. Давай-ка мы тебя обратно поменяем. Похоже, у нас гости. Истины. Что это? Что? Это что за хрень? Ну как что? Бранцези. 2021 год. Безымянная номер 18. Холст масло. Да что с тобой говорить? О. Выходит, Джонни Сильверхенд у нас тонкий знаток искусства? Я нет. А вот бывшая одна была художница. Девка, конечно, в край ебанутая, это уж как водится. Но зато секс, я тебе скажу. А давай лучше не говори. Ну что эта картина вообще могла делать на Луне? Известно что. Украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина Лувра в космосе. А ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю. Покупателя? А я думал, она у нас это в квартире повесится. А нафига нам тебе нужно? Не знаю, ну, для красоты. Задание обновлено? Подожди, но оно у нас завершилось вроде только что написали же. Ну, мне, возможно, надо всякую фигню поделать, чтобы какое-то продолжение было. Но это не точно. А может быть оно... А, слушай, оно же, наверное, просто в рюкзаке появилось. Теперь продать можно. За какие-нибудь хорошие деньги. Во. За 4000, да. Угу. Ну вот понятно. Все. Просто лут. Угу. Ну и вот не знаю, наверное, пока что у нас все побочки как бы сделаны на данном этапе.
Мне за кадром еще, наверное, нужно будет повозиться на всякие пожарные. Поделать там всякие эти уличные разборки, всякие полицейские стычки там и прочее. Вот, и если ничего нового не откроется, то можно будет продолжать сюжет.